203 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 96, Кандалакшском районе плюс 22 и Мончегорске плюс 20. В ближайшее время в оборот поступит третья вакцина от COVID-19. Об этом во время заседания Президиума Координационного совета при Кабмине по противодействию распространению коронавируса заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это разработка ученых центра имени Чумакова. Мишустин напомнил, что массовая вакцинация в основном идет с помощью препарата «Спутник Ви», но в следующем месяце будет налажен масштабный выпуск вакцины «Эпивак Корона». На ее производство правительство выделило свыше 2 миллиардов рублей. Все это позволит расширить вакцинацию, сделать ее более доступной, а значит защитить еще больше людей от коронавируса. Вакцинация – это важный шаг в борьбе с опасным заболеванием, но она только началась. И до выработки коллективного иммунитета должно пройти время. Поэтому необходимо продолжить соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и близких от заражения.